Рабочая поездка к Кимобласти по северным районам продолжилась в Казалинске. Глава региона принял участие в открытии ряда социальных объектов, провел встречи с общественностью, провел личный прием граждан по личным вопросам. В поселке Атикебис дана поликлиника на 250 посещений. На церемонии открытия учреждения Кимобласти подчеркнул, что главное – это обеспечение населения качественной и доступной медициной. Так, до конца года Кармакши и Шиели будут обеспечены компьютерными томографами. В результате большой поддержки со стороны государства система здравоохранения динамично развивается. В области также большая часть средств направляется на развитие этой сферы. Внедряются новейшие технологии, закупается современное оборудование, потому что наша главная задача – укрепление здоровья населения. Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием. Все малые операции, которые ранее проводились в районной больнице, теперь делают в поликлинике. Для этого здесь созданы все условия. Имеется соответствующий современным требованиям ЭЭГ-аппарат, электроэнцефалография, аппарат для детей и взрослых. Центр амбулаторной хирургии открываем и БАК-лабораторию. Раньше все анализы отправлялись в СЭС, платили деньги. Теперь сами будем проверять все анализы. В ауле Хашахпай-Примов открылся спортивный комплекс. Здесь работают секции футбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, бокса, борьбы. Подростки, молодежь и взрослые с удовольствием посещают новый комплекс. Далее на гидросооружении Баскара аким области провел встречу с руководителями хозяйств. Земледельцы в срок завершили посевную. Рисовые чеки полностью затоплены. Теперь главное, чтобы не было проблем с поливом. Сельское хозяйство, рисоводство среди основных. Главе государства доложили о положении дел, просили поддержки. Президент оказывает нам большую помощь. Министр сельского хозяйства поставил в известность о нашей просьбе, что нельзя сокращать рисовые площади. На встречах с населением района аким области информировал о достижениях. Регион среди лидеров по всем основным показателям, но расслабляться нельзя. Надо развивать промышленность, предпринимательство, открывать новые рабочие места. На развитие предпринимательства в регионе из всех источников финансирования направлено 19 миллиардов 900 миллионов тенге. С начала года на реализацию 20 проектов района выделено 685 миллионов тенге кредитов. Необходимо активизировать развитие бизнеса, оказывать всемирную поддержку желающим начать или расширить свое дело. Казалинцами на встречах с главой региона было поднято много вопросов, важных для развития района. Через Дарью начато строительство моста на участке Карлан. Сказали, что будет строиться до 2024 года. Но в последнее время темпы строительства снизились. Сказать вам об этом считают своим долгом. Руководитель управления Шамуратов, аким района Мухтар Уразбаев, возьмите на строгий контроль. Если не подчиняется, приведите ко мне. Население должно как можно скорее получить этот объект. 2024 год – крайний срок, но будем стараться раньше завершить. В ходе рабочей поездки аким области также провел приемы граждан. Здесь также были подняты общие для всех вопросы. Одна только просьба – помогите с подведением питьевой воды. Надо помочь. Поможем. Я все время говорю, на первой очереди питьевая вода, электроэнергия, дороги, школа, амбулатории. В городе Хазал аким области принял участие в церемонии закладки кирпича нового детского сада на 140 мест. Подрядчику строительства школы в райцентре поручено сдать объект к 1 сентября. Далее глава региона побывал в аулах Жанкент, Муратбаев, встретился с аксакалами, выслушал чаяния местного населения.